наша группа оказывает поддержку администрации в реализации программы «Доступная среда» в округе. Светлана Паршина рассказывает о проекте своей инициативной группы, которая помогает коммунальным службам в организации доступной среды в городе. Инвалид-колясочник участвует в комиссионных выездах и дает рекомендации по обустройству пешеходных дорожек и путей навигации в социальных учреждениях. В администрации городского округа Щелково проходит защита проектов на соискании премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Просветительский проект Елены Ткаченко «Молодежь должна узнать о донорской крови все» направлен на поддержку Единого банка донорской крови, основного источника крови и ее компонентов для медицинских учреждений. Общественник участвует в организации донорских акций, привлекая в них все больше молодых людей. А вот житель Загорянского Раис Бедреддина всей семьей помогает сербу Далибору Митровичу, отцу с тремя детьми, получить российское гражданство. После смерти супруги у мужчины есть только вид на жительство. В случае победы Раис готов направить премию на ремонт кровли в доме подопечных. Мы сами многодетная семья, поэтому как-то понимаем это все, и нельзя было просто так это дело оставить. Стали всячески помогать с оформлением документов. Детей в школу, его трудоустройство. Уже 7 лет на территории Московской области действует премия, премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Ваши предложения, ваши проекты были направлены на достижение благих целей. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше понимание и за активную жизненную позицию. Есть среди соискателей премии те, кто занят укреплением культурно-исторических связей между Россией и Японией. В этом году районный культурный комплекс принимал участников фестиваля искусств в память о святителе Николая Японском в рамках Года Японии в России. Через культуру, через понимание культуры, через изучение культуры и веры других народов, мы можем прийти к большему пониманию. Служить своей стране можно в разных формах, и защищая рубежи, конечно, непосредственно, и внося свой вклад здесь, и также служить своей стране можно и за пределами нашего государства, делать все во благо нашей страны. Защита проектов – обязательное условие участия в губернаторской премии «Наше Подмосковье» в этом году. 1173 проекта были размещены на одноименном сайте. Сейчас проходит защита. Она будет и 21, и 22 августа. Каждую минуту в здание администрации приходят люди. На сегодня записалось более 100 человек. Столько же примерно будет и завтра. В Московской области подано больше 22 тысяч проектов. И более 1000 проектов, фактически пятая часть, это в Щелково. Обращаем внимание на то, что это обязательно, как формальные признаки, жители Московской области. Проект реализован. И смотрим дополнительно, что это именно инициативная работа людей, и там не задействованы бюджетные деньги. По количеству жителей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, городской округ Щелково занял в этом году 4-е место в Подмосковье. Это более 3000 человек. Более половины поданных заявок направлены по номинациям «Прорыв» и «Творческое и духовное наследие». Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.